Knauf – это комплексные решения для любых помещений. Это комфортный дом для каждого члена семьи. Уют в доме начинается с Knauf. После драматического выхода в полуфинал Кубка России в матче регулярного чемпионата с «Прогрессом» сыктывкарцам явно не хватало свежести. Но день рождения наставника Игоря Маглебеева, что называется, накладывал отпечаток. И ударить в грязь лицом желто-синие совсем не собирались. Впрочем, пропустили хозяева первыми. В середине тайма Алексей Петров кинжальным ударом поразил ворота Александра Кригера. Сыктывкарцы, правда, тут же отыгрались. Да еще как! Португалец Коко заставил трибуны вспомнить прошлогодний матч с «Динамо», элегантно переправив мяч пяткой. 1-1. Но по-настоящему опасных моментов было все-таки маловато. На второй тайм вышла уже совсем другая новая генерация. Резко взвинтив темп, футболисты увеличили число голевых моментов, а затем превратили их в качество. В течение 3 минут Бурков и дважды Прокушев заставили капитулировать голкипера гостей. Как говорят, в таких случаях запахло разгромом. У нас бывает как бы расслабленно чуть-чуть, что ли, я не знаю, не настрой, может, где-то концентрацию потеряли. Получили один гол, второй, третий, и все, и команда посыпалась уже, как бы, можно сказать. После 4-го гола игра закончилась. Отчаянная попытка гостей сыграть в 5 полевых еще больше упрочила преимущество сыктывкарцев. Павел Соколов забивает в полупустые ворота 5-й мяч, сольный проход Мариньо, и на табло уже 6-1. 7-й мяч на счету Александра Кригера, которому, похоже, понравилось забивать. Горькую пилюлю гостям немного подсластил Мелконян, но на исход поединка этот гол уже не влиял. В итоге 7-2 – крупная победа новой генерации. Безответственные, по-другому я, наверное, назвать не могу, действия личности наших перечеркнули все усилия. То, что мы пытались зацепиться за счет, у нас были возможности, и потом вот ошибки, ну не знаю, во дворах, наверное, за это голову снимают. Какие мы допустили, перечеркнули просто все, вот, ребят. А мы так решили. И самое обидное, это уже вот не в первый раз происходит. Во втором матче гости снова начали за здравие. После отскока Никита Тменов аккуратно уложил мяч в пустой угол. Гости вполне могли удвоить преимущество. Удар Петрова принял на себя стойка ворот Хомутинникова. А уже в следующей атаке новая генерация счет сравняла. Лучший бомбардир команды Жоэль Кейруш в третьей попытке пробил все-таки Сергеева. 1-1. И снова основные события команды предпочли оставить на второй тайм. Видно, что ребята подустали. Играли где-то вообще через «не могу». И болельщики все это чувствовали и подбадривали, и гнали команду вперед. Вот. Если брать по самой игре, то, конечно, команда соперников села в оборону и пыталась нас ловить на контратаках, то, что у них получалось, как бы... У нас Паша Хомутинников сегодня сыграл, я думаю, очень хорошую игру. Благодаря ему сегодня счет на табло такой. Вратари стали главными действующими лицами второго тайма. И Хомутинников, и Сергеев выручали порой в самых немыслимых ситуациях. И все же удача была в этот день на стороне хозяев. А затем сработала связка Симуков-Соколов. Дважды футболисты новой генерации оставляли неудел и голкипера гостей, и всю оборону. Игра же с 5-м полевым снова для гостей оказалась фатальной. Александр Симуков дальним ударом поставил точку в матче. 4-1. Игра шла до гола, можно так сказать. В счете 1-1 мы забили, и стало намного легче. Эмоций больше стало. Потом еще забили, там уже им тяжело было. После 2 домашних побед новая генерация закрепилась в 8-ке сильнейших. Впрочем, их преследователи в таблице КПРФ и Мытищи буквально дышит в затылок, а значит, забавлять темп сыктывкарцам по-прежнему нельзя. Максим Васильев, специально для Ассоциации мини-футбола России, Сыктывкар.